Ее так воспитывали? Я все время воспитала, мне говорили нет. А вы часто ее так били? Нет. А что она в этот вечер сделала вам? Ничего, просто нашло, и я ее сделала. А кто начал бить? Начал бить Балашов. Вы давно с ним живете вместе? Полтора года. Раньше он бил вашу дочку? Нет. Скажите, когда вы видели, что ребенок без сознания, вы продолжали ее бить? Вы не понимали, что вы делаете? Я когда она была без сознания, просила, чтобы он ее оставил в покое. А что она вообще сделала? Там говорят, какую-то крышку она выбросила или что-то. Что она сделала? Ну, все началось из-за того, что был вчера предмет посуды, да, скандал произошел. А это все происходило на глазах вашей маленькой дочки, да? Нет, маленькой дочки тоже не видела. А когда ваш сын старший стал бить, вы что-то говорили сыну, чтобы он этого не делал? Нет, я не говорила, я даже не знаю. Ну, факт в том, что я его попросила, чтобы он ее ремнем тоже ударил. Ну, цель воспитания, чтобы она слушалась мамы, там, чтобы не мотал меня. Сергей, а почему вы начали поливать девочку кипятком? Пугать хотел вначале. Напугать? Когда она была уже без сознания? В сознании была. В сознании, да? Она кричала, умоляла вас о помощи? Она молчала в это время? Она до этого притворялась много раз, ассоциированием обморока. Я подумал, что она опять прикидывается, потому что Кулагин мне сказал, что она притворяется. Из-за этого я решил напугать. Напугать кипятком, да? Что я ее оспарю, если она не перестанет придуриваться, да. Вы вылили на нее 3 чайника кипятка, да? Один чайник, да? Сначала на ногу. Как реакция не последовала, я подумал, что вода не такая же горячая, и полил на плечо остатки чайника. Я не знал, что ее старший брат так сильно избил. Из-за этого я и не подумал, что она без сознания на самом деле. То есть самый страшный удар нанес брат? Ну, он ее нагождил. Кулаками тоже. А вы гантельные, да? С самого начала было на кухне,